Журнал «Работница» объявил конкурс «Знаем ли мы женщин?». В этом конкурсе победил Петя Иванов, 10 лет. Возмущенный читатель пишет письмо в редакцию. «Мне 65, я знаю женщин с 12 лет. Вы отдаете приз какому-то мальчишке». Ему, соответственно, отвечают из редакции. Ну, на первый вопрос нашей викторины, где у женщины самые кудрявые волосы, Петя Иванов ответил правильно. В Центральной Африке. А вы что ответили? Так еще и нарисовали. На второй вопрос. Какой орган у женщин самый главный? Петя Иванов ответил правильно. Всемирная Федерация Женщин. А вы что ответили? Так еще и нарисовали. На третий вопрос нашей викторины. Что ждет женщина каждый месяц? Петя Иванов правильно ответил. Очередной выпуск журнала «Работница». А вы что ответили? Слава богу, еще не нарисовали.